От христиан из разных стран мира к нам ежедневно поступают слова ободрения и поддержки. Верующие из Казахстана, России, Украины, Армении, Германии, Великобритании, США и других стран объединились в молитве за сложившуюся ситуацию. Пастор Виктор Судаков из Екатеринбурга написал: «Братья и сестры из Казахстана, мы с вами». Пастор Артур Симонян из Еревана во время лидерской встречи, на которой присутствовало около 1000 человек, также совершил молитву за церковь «Новую жизнь». Я освобождаю силу Духа Святого на Казахстан, на это место, во имя Отца и Духа Святого, во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе за Твою защиту. Спасибо, Господь, за Твое обеспечение. Благослови, Господь, и тех людей, которые просто пришли и забрали. Пускай 100 раз вернется во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Дорогие, сейчас мы молились, и просто я увидел видение. Просто увидел кровь Иисуса Христа, подкрепляла вас. Просто я видел, чудеса начнутся происходить. Скоро вы увидите много свидетельства. Мы любим вас, да благословит вас Господь. Верующие из Кременчуга пишут: «Мы молились сегодня на служении за вас. Бог благ, чудеса происходят на пике человеческих возможностей». Пастор Леонид Падун из Киева также со своей церковью присоединился к молитве. Дорогие братья и сестры в Казахстане, мы слышали, мы знаем, что вы переживаете очень трудные времена гонений, которые обрушились на вас, на ваши семьи, на церкви. И мы хотим выразить нашу поддержку и нашу любовь. Мы любим вас, мы молимся за вас и поддерживаем вас. Многие верующие не остаются равнодушными и возвышают свои голоса к Богу. Каждый день люди оставляют свои комментарии в соцсетях, где пишут: «Мы с тобой, Максим, и с вашей церковью. Украина с тобой, с вами сейчас полземного шара. И самое главное, за тебя и церковь стоит Он». Христиане из Болгарии сообщили, что ходатайствуют за Казахстан. Они написали: «Молимся за вас». Список будет увеличиваться. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим. И помилует вас, да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы благодарны за ваши молитвы и просим, продолжайте молиться. Много может усиленная молитва праведного.